Привет. Привет. Салю. Салем. Hello. Мы волонтеры. Я из Казани. Я из Пензы. Я из города Санкт-Петербург. I'm from Costa Rica. Hello, my name is Nena, I'm from Serbia. Меня зовут Нара, я из Казахстана, мне 19 лет, я волонтер. Я думаю, то, что я волонтер с детства, и сейчас я просто стал так называться. Я не знала, какой первый шаг предпринять, чтобы стать волонтером. И мне все объяснили, и я здесь. Pendant qu'il y a les universités qui se déroulent dans ma ville, je ne pourrais pas rester à la maison les bras croisés. Я подумала, не а что если, а давайте я лучше действительно поучаствую. Волонтером, можно сказать, я стала случайно. Сказали, что у нас есть группа волонтеров серебряного возраста. Это, наверное, похоже на сказку, но сюда реально съехались какие-то особенные люди. Я мастер спорта России по художественной гимнастике. Мне хотелось побыть не на сцене, а внутри повариться. Мы делаем праздник. Это праздник спорта. Нигде не бывает легко. Но зато это запоминается. Волонтером быть нетрудно, волонтером быть интересно. Вот в эти дни немножко жарко, так как мы работаем на улице, это небольшой минус. Рано вставать – это не проблема, улыбаться – счастье. Сегодня я спала 6 часов, и я выспалась вообще классно. Это вообще супер просто. Трудно, когда тебе скучно, а когда тебе интересно – это не трудно. Когда ты видишь улыбающихся людей вокруг тебя, как-то забывается про усталость. Вот видите, идет дождь, меня заливает водой, но я все равно улыбаюсь, и у меня хорошее настроение. Иногда приходится, конечно, выполнять не то, что запланировано, а то, что нужно, чтобы сделать. А сегодня, кстати, я была лучшим волонтером дня. I work as a volunteer in the sport basketball center in Miras. Кроме того, что я еще волонтер, являюсь хранителем огня 27-й Всемирной летней универсиады. Мы, так скажем, волонтеры на подхвате. Быстро должен ориентироваться. В любой ситуации, там, туда-сюда. Да, я могу заменить любого человека на любой функции, в принципе, на любом объекте. Мы готовы ответить на все интересующие вопросы жителей Казани и туристов. А также мы собираем пожелания для наших спортсменов от всех гостей Казани. Волонтер – это тот человек, который испытывает внутренний позыв к тому, чтобы помогать людям. Это друзья. Вы можете им довериться все, что вы хотите. Это счастливые люди, которые живут, улыбаются, дарят свое счастье другим. Волонтер – это... В общем, такой хороший человек. Человек с большой буквы, человек, который помогает от души, а не потому, что должен. И делает то дело, которое необходимо обществу, которое необходимо людям. По-английски мы говорим «a helping hand». Позитивный, трудолюбивый человек. Да. Для того, чтобы понимать и чувствовать это, нужно самому пройти длинный, долгий путь. Волонтеры, они веселые, они везде. Они прям вплескивают в людей море эмоций. И без них, я думаю, ничего бы в этом мире не делалось. Ребята, волонтерство – это классно. Вы зря со мной не поехали. Volunteering is connecting people. На самом деле я выучил русский язык за 1 год. Ребят, я здесь, я с вами. Я волонтер. Я волонтер. Я волонтер. Я волонтер. Today's stars, tomorrow's leaders.